Да ладно! Привет! Сегодня мы в необычной компании решили приехать на чемпионат мира по футболу, отправиться на Воробьёвы горы, чтобы поболеть за российскую сборную, когда она будет играть с Саудовской Аравией. Необычная компания, сперва это вот Дарвин Макака и Кирилл Воробушек, они предсказывают игру нашей сборной. Ну, видите, по выражению лиц уже как бы понятно, что в полуфинал мы выйдем вряд ли. Они такие, ну типа, ну, чувак, ну ты понимаешь, это как бы сборная России по футболу. Да, я в футболе почти не секу, но пойду хотя бы просто поболеть ради интереса. Нужны же, наверное, какие-то болельщицкие принадлежности, и именно поэтому я знаю, что нужны шарфы, но у меня из шарфиков только вот этот с Эрдоганом, который я как-то припер из Стамбула. Но так как 5 июня наша сборная как раз играла с Турцией, сыграла со вторым составом, это мне знающие люди рассказали, 1-1, то пусть этот шарфик с Эрдоганом турецкий будет как демотиватор. Ну, в том плане, что не поддерживал, чтобы я не поддерживал там российским шарфиком сборную, типа вперед, ребята, старайтесь, вы сможете, а так демотивировал, типа давайте, косоногие засранцы, давайте шевелите с вашими жопами, шевелите, вспомните игру с Турцией, не повторите такого же с Саудовской Аравией. Шарфик с Эрдоганом я сложу в рюкзак, чтобы он там не помялся, а себя сложу в метро, где, надеюсь, в районе станции Воробьёвы горы тоже не помнусь. Пока в метро относительно спокойно, даже не скажешь, что чемпионат мира. Но это мы еще до красной ветки не добрались, откуда на Лужники, на Воробьёвы горы стартуют поезда. На полу указатели для болельщиков. Вот она, наша платформа 9,3 в сторону Воробьёвых гор. Куда показываете? Это куда ехать? Лужники и фан-фест. Понятно, да, куда поезд едет? Здесь уже полный интернационал, сами все видите. Поэтому посмотрим, что будет на Воробьёвых горах. Что ж, идем к фан-зоне. Мексиканцев самые крутые шляпы, тут вообще без всякого сомнения. А вот и наши. Здрасте. Здорово. Как думаете, Саудовская Аравия как сыграем? Выиграем, по-любому победим. Мы не можем не победить Саудовскую Аравию. Но у нас есть друзья-аргентинцы. Вот с ними мы будем играть интересно. Россия! Россия! Моя любимая рубрика про сувениры. А почем флажки? 300, 200, 100. 300, 200. А какие почем? 300. Самые большие, да? Да, самые большие. Вот среднющие, есть и маленькие. 300, 200, 100. Это сколько? 300. Большой. Вам какой? А маленький 100. 100. Маленький 100. Excuse me, we're from China? Vietnam. Vietnam? And why do you buy Russian flag? We are living in Russia. That's why we love Russia. Russian champion. Первая задача тех, кто пришел болеть во фан-зону, это взобраться на Воробьёвы горы. В общем, можно сказать, что разминку совершаем вместе с нашей командой. Направо. Далеко еще? Я думаю, минут 10. Минут 10, отлично. Месси! Я не знаю, сколько здесь человек, но явно дофига. Вот определение дофига лучше всего подходит, как бы. Есть 1000, 10 тысяч, есть 15 тысяч, есть дофига. Вот здесь дофига. Сзади меня идут аргентинцы, только что к ним подошел мужик, сказал: «Аргентина, Джамайка, 5-0». Те такие с удивлением посмотрели, типа, что такое, что происходит в этой удивительной стране. Ого. Фотографироваться можно смело. Вау. А вы from? Перу. Перу? A good dress. Здравствуйте, какие прогнозы на игру? Прогнозы? Да. 3-0 за Россию. Народные прогнозы. Прострем, говорите? Да. Почему? Наконец-то видим и русскую команду поддержки. Ща обомлеете, обещаю. Ребята, серьезно, я не знаю, но неужели нельзя придумать что-то, кроме, блин, стереотипов? Мы же сами о себе эти стереотипы и плодим. Девушки в кокошниках с барабанами? Вы чё? Еще бы верхом на медведях, было бы вообще вот так. Ну, как бы у меня недоумение, у людей, которые смотрят на этих милых девушек, которые здесь заставили барабанить, недоумение тоже. Пожалуйста, проходите как можно. Вот так вот выглядит вход в фан-зону. Ну, эпичненько. Очереди вроде небольшие. Посмотрим, как там внутри. Строился в очередь. Посмотрим, за сколько пройдем. Товарищи полицейские из Росгвардии периодически тормозят людской поток, чтобы дать зайти предыдущему людскому потоку. Но говорят они примерно так: стопэ, стопэ, все, стопэ, стопэ, дальше не двигаемся. Переводчик бы им тут явно с английского на английский не помешал. Так, ну что могу сказать, за 5 минут буквально прошел, довольно так грамотно разделяют потоки, что, в общем, в очереди не стоять. А вот досматривают без особой тщательности. Я думаю, что если была бы у меня бутылочка коньячка в свитере спрятанная, то сейчас бы я и прихлебывал спокойно. Но бутылочку коньячка я с собой не взял. Это вот сейчас вот ведущий пытается измерять уровень шума. Говорит, давайте покричим. Как будто он только что отвел свадьбу, или корпоратив, или день рождения и приехал провести чемпионат. Больше, больше, больше! Он оскорбляет мое чувство прекрасного. Мы верим в вашу поддержку, друзья. Мы знаем, что... Can you again? Все болеют, все. Мне вообще нужно найти одного моего товарища, который что-то шарит в футболе и обещал меня проконсультировать по поводу того, как там кто играет, потому что я даже имен всех не знаю. Но вот найти кого-то в фан-зоне — это адок еще тот, я вам скажу, потому что приходится перекрикиваться и проталкиваться сквозь такое количество людей, болельщики. Ну, это отчасти забавно даже. Извините, можно пройти. Так вот ходить. Так вот рукой. Давайте протолкнемся, протолкнемся, протолкнемся. Михаил, тот самый футбольный эксперт, который будет рассказывать мне, кто с кем играет и зачем. Это ваши прогнозы, Михаил? Прогнозы красивых футбол. Это самый скучный прогноз в мире. Я забыл сказать, что мудрый очень, а теперь нормальный прогноз, как ты. Там он осел красивый. Кто? Осел. Он, наверное, скорее всего, лама, но мы его ослом прозвали. Вот его бы ты лучше пишешь. Миша, что ты знаешь про сборную Саудовской Аравии? Я знаю очень много про сборную Саудовской Аравии. Так скажи что-нибудь. Сборную Саудовской Аравии тренирует человек, который выиграл со сборной Чили Кубок Америки. Очень хороший парень. А сами как играют? Сами играют очень неплохо. За последние пару лет у них очень серьезный прогресс. 9 игроков. Я не уверен, что всех из сборной отдавали в январе в аренду в чемпионат Испании, чтобы они опыта набрались. Короче, можем схлопотать, да, люлей? Очень велика вероятность такого исхода событий. Путин появился. Лужники. У меня как бы главный вопрос, а почему не переводят? По идее же должны переводить на английский для фан-зон. Путин усваивается под корку. Добро пожаловать в Россию. Хорошо, про нашу сборную, я про нее не знаю совсем ничего. А в этом-то и проблема нашей сборной, про нее не знает практически никто ничего. Как так? Поэтому всем так и волнительно. Ну вот так, очень закрытая сборная, непонятно как будут играть, непонятно. Вот с Турцией со вторым составом сыграли 1-1, что хреновенько, мне кажется. Это товарищеские матчи. Был случай, когда сборная Италии проиграла 3-0 последний товарищеский матч, а потом дошла до финала чемпионата мира. Понадеемся. О! А теперь наш гимн. Начали играть. Мы пропускаем на первой минуте. Шутейки уже, что пропускаем на первой минуте, но пока вроде нет. Удивительно, конечно, то, что у нас игра здесь без комментатора. Ну, в принципе, комментаторов хватает, но... Хотелось бы кого-то компетентного. Да. Потому что, ну чё опять, ну я так и сдал, ну началась игра. Это как бы, ну, пошла мазута. Давай, давай, давай! Назначай его комментатором. Сфотаться на фоне даже лучше, чем игру смотреть, мне кажется. Внезапно комментатор появился, ура, радуемся. Ну! Вы знаете, чем саудиты от саудовцев отличаются? Не знаю, нет. А вот, а различия есть. Саудиты — это члены правящей династии, а саудовцы — граждане Саудовской Аравии. А знаете ли вы, Михаил, чем саудиты от садомитов отличаются? К сожалению, да. Первый гол! Первый гол! Вот человек любит футбол, сразу видно. Пришел, улегся у ног. Приблудный ребенок. Сборная России пытается давить, играть впереди, атакует большими силами. Что-то получается. Дело в том, что сборная Саудовской Аравии команда такая, что у них неплохая техника, но для уровня Саудовской Аравии. Ну это мы типа молодцы, так прорвались, или нам чисто повезло как бы. Не-не-не, хорошая атака была позиционная. Поддерживают аплодисментами уходящего Алана Дзагоева. Опять мое любимое время. Ожидаем гола, давай, 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 давай! Хрен! Хрен! Что это за фигня? Потряси еще раз ей, пожалуйста. Окей, теперь что это за фигня? Это трещотка, которая со мной с Сочинской Олимпиады, между прочим. Ну, трещит. Михаил, почему вот тот человек слева от вас смолит сигаретку? Душа болит у него, нервничает. Не, ну серьезно. Ну вот так, на трибунах курят. Я не такой большой, богатый опыт имею хождения на футбол, на стадионы, но, по-моему, даже на стадионах курят. В общем, не работает закон, да? Ну, видимо, да. Традиционная рубрика «Дети». Да ладно! Что, Михаил, это уже заявка? На победу, да? На выход в полуфинал. Не, ну в первом, как думаешь, могут они во втором тайме сбавить обороты? Видишь, я уже начинаю говорить как диктор. Но я думаю, что сейчас максимум ничья будет. Проиграть сборной России уже будет очень сложно. Но мы продолжаем следить за нашим самым преданным футбольным болельщиком. 2 гола забили, ребенок у ног спит. А вот и первый тайм закончился, ура! Счастливые люди, которые отстояли в очередь за пивом, но я их не устану показывать, потому что они победители по жизни. Отстоять эту очередь. Скажите, сколько нужно сил, чтобы отстоять очередь за пивом? Очень много. Очень долго стоять. Сколько стояли? Минут 20 точно, 30 может. Я, честно говоря, пытаюсь найти здесь грустных болельщиков Саудовской Аравии, которые плачут, но пока не вижу. Колумбийцы играют на баяне. Отбирают хлеб у нас. Hello. How are you? Good, how are you? Thanks. Do you like in Russia? I love Russia. Все фотографируются с бразильцами, еще бы. Кокошнику везде дорога. Кокошнику везде почет. Ого, даже с детьми. Маленький болельщик. Короче, ходил, но вынужден признать, что саудовских болельщиков мне найти не удалось. Где-то они запрятались и там переживают свое пока еще поражение. Ну, начало второго тайма. Есть такое ощущение, что все как будто расслабили немного ягодицы. И все уже так думают, фу, 2-0, ну сейчас точно не накосячим. Но так ли это или нет, скажет футбольный эксперт Михаил. Михаил, вы расслабили ягодицы? Мнимый футбольный эксперт Михаил. Главное, чтобы Акинфеев ягодицы не расслаблял никогда. По мере игры рубрика «Верный болельщик» укутывается все сильнее и сильнее. Россия! Сейчас, может, забьют. 79-я минута. 80-я минута, так это говорится, да? Да, так говорится. Вот. Хочу раскрыть тебе секрет, почему выигрывает наша команда. Потому что у меня есть вот это. Что это? Это шарф с Эрдоганом. Они же плохо сыграли с турецкой сборной. Я решил, что если взять шарф с Эрдоганом, то они будут играть лучше. Как вам матч? Как вам матч? Очень замечательно. Хотелось бы немножко лучше, но шансы есть, и я думаю, что выйдем. Куда уж лучше-то 3-0? Лучше можно больше. Пока Михаил собирает манатки, мы тоже... Ковер тоже манатки. Подведем какие-то итоги. Для России. Давай, вкратце, как тебе? Хорошо, что не проиграли. Это уже великолепный результат для сборной России. Потому что если бы плохо сыграли со сборной Саудовской Аравии, то ждать чего-то от двух других матчей было бы совершенно бессмысленно. Ну да, окей. Теперь наша главная задача, после того, как порадоваться за победу сборной, выбраться к выходу до того, как закончился матч. Вот таков наш хитрый план. Ну, надо сказать, что-то российские болельщики, не сказать, что прям ликуют. Что-то они все такие, все с каменными лицами стоят. И только вот этот мужик, которого мы уже встречали, вообще радостнее всех на свете. Все с ним фотаются. Гол, что ли, опять? Да ладно! 4-0! Во! Вот теперь все радуются. Как вам матч? Матч, честно говоря, меня удивил. Я такого не ожидал. И появилась, извините, борода лезет в рот. И я даже, честно говоря, не ожидал такого, что физрук сможет такое сделать. Но появилась крохотная, маленькая надежда на выход из группы. И я надеюсь, если мы также сплотимся с Египтом, мы сможем выйти из группы впервые в истории. Я сегодня, ребят, реально поверил. Мужик-пророк оказался, который про 5-0 говорил, только Аргентина и Ямайка. Офигеть, конечно. Россия! 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 Ну вот, хоть кто-то покричал, да, то есть грустно идут, как не знаю, хотя как будто не 5-0 выиграли, а 5-0 проиграли. Вот больше футбола меня волнует одна мысль. Какая? Почему второй год подряд лето проходит мимо Москвы? Я думал, ты про общественное туалеты спросишь, сколько они стоят. Это меня не очень интересует. А зря, но это вот сейчас. Вот середина июня. Середина. Погодные рубрики с Михаилом в следующем. Я в шортах, и мне холодно. Дурак, потому что одень штаны. В прошлом году было то же самое. Штаны одень. Вот это меня возмущает. Почему лето второй год подряд проходит мимо Москвы? Ты думаешь, если мы в YouTube это показываем, нас боженька смотрит или что? Или гидро из метеоцентра? Я надеюсь. В общем, те ребята, кто отвечает за погоду, слышите Мишу? Дайте ему походить в шортах с комфортом хотя бы разок. Вот, а смотрите пока какая красота вот там. Общественные туалеты? Да не общественные туалеты, люди идут, вон, люди. Все, и луч солнца такой.